Всем привет, сегодня станет 69 Full, это мое новое прохождение, о котором я говорил, это Манхант первый. Начинаем играть, у меня он английский, ну пофигу, как бы сказать, это ничего не изменит. Ок, нажимаем, короче, и все. Так, нажимаем ок. И выбираем сложность, хардкор или среднюю, выберем среднюю, или хардкор, я не знаю, какую. Хардкор выберем, короче, первый слот. Засейвимся. Ок, нажимаем Enter. Мы видим какую-то ужасную бабу. Она что-то говорит, хрен знает что. Игра английская. Я думаю, это нам ничего не даст. Потому что она английская. Причем на китайской даже. А, на доставке я буду пропускать. Это сильно ужасно для меня, как бы. Видим мужиков. Да, график тут получше, чем во втором, кстати. Как бы. Все это все-таки заставки, блин, эти не пропускаются, и там показывают, типа. Камера Action. Так. Показывают нас типа здоровье и так далее, у вас желтая полоска, это типа здоровье и так далее и тому подобное. Будто мы это не знаем. Ну не можете закончить обучение, блин, сразу. А козлы какие нахер вас? Вот, неужели? Берем какую-то фигню. Мешок. Да, графика тут веселее. Там мужик стоит. Longer Lord. Ну, я не буду читать, короче, какой-то бред там написано. Жаль, это не про... О, это, короче, бакспейсом пропускается. Хотя не знаю. Так, мы сразу убиваем. Башку ему так свернули. Можно взять его труп. Еще один мешок. У нас есть. Так. Пошли в тень, типа, нас тут показывают, типа, иконка становится такая, такого цвета, типа, вас не видно становится. То есть вы можете ныкаться от врагов в тень. Будто мы это не знаем, уже вторую часть прошли нахер. Как-то странно получилось. Красная, типа, нас нашли и за нами охотятся и так далее, подобное. Так. Видим, как мужик идет сюда, нам надо его с темноты убить. Вторым киллом его убили. Ну хорошо, он его убьет тоже. Так, двух врагов ликвидировали суперкиллами уже. То есть этими, как это, вот, казнями. Типа показывает эта баночка, которая поправит вам уже здоровье. Да, бла-бла-бла, мы не знаем. Короче, пропускаем эту хуйню. Хотя она и так сама пропустилась. Все, нам сейчас враг тут появится посередине, что ли, или нет, я уже не помню. Не помню, по сути. Сейчас появится. Ого, хотя и ждали лошара. Бакспейс не пропускается, я напиздел, получается. Use это action button, типа используйте вторую атаку или что-то вроде. Экшен. Так, подошел. Смотрит, пока меня валяют. Ждет. Когда же это все закончится, ешь твою мать, мне так уже надоело. Вот, блин. Вот это как раз значок стал красный, типа.
Да, он тут он еще веселее, зато кулаками бьет. Да. Мы играем на хардкоре, не забывайте этого. Это во-первых. Да, no please, когда сам наш валишь, пофигу. А сейчас, когда самому фигово стало убегать сразу. И это сейф, типа, кассета. There is a save point. Засейвимся, что ж тут. Ну, блин, ну убирайтесь, вы хрень, я не могу вас больше видеть. Вообще надо было отключить, я думаю, что тут можно было отключить. Так. Сохраняемся. Сохранились. Там как лежит стеклышко или что-то вроде. Угу, стеклышко. Эх. Охренеть. Стекло уже разобьется. Мы играем на хардкоре, пока что вообще никакой сложности не видно. Это пока что. Когда будет спецназ с фонариками, будет вообще жестко. Зачем он там, у него шлемы будут светиться, я не помню точно. Раз я во втором не помню, хотя во второй играл почти 10 дней после того, как начал записывать прохождение. То есть перед тем, как начал записывать прохождение. Да. Так мы не сломали эту стекляшку, это круто. Бежим дальше. Тут ходят мужики, мы попробуем комбо-атаку убить, хотя бы как... То есть, казнями убить. Хотя как получится. Убираем, убираем эту... Ай, блин, заставка как всегда не убирается, ё-моё, она меня так уже заколебали, заебали, вообще просто не знаю. Просто какой-то ужас. Без заставки. Big, weak, fish of hunter, блин. Мы знаем, что мы хунтер, ну хрен ли нам это говорить. Так. Охотитесь за врагами, ну сейчас будем охотиться. Главное тут, как вы заметили, нет карты. Развернулся и сейчас получит свою. Да, тут тоже такие нормальные киллы, но они не сильно тут, имею в виду, такие жестокие, как во втором, но все же тоже крутые. И на этом я с вами прощаюсь, и на этом заканчивается моя первая часть прохождения игры Manhunt 5.1. До встречи.